Построение девиза команды «Боевой настрой» – это уже традиционная спартакиада защитника Отечества на Белшине стала по счету шестой. В ней участвуют работники всех заводов – руководители, слесари, инженеры, сборщики и электрики. Большинство из них ежегодно не пропускают соревнования, ведь они посвящены профессиональному празднику – Дню химика. Здесь не главная победа, здесь главное участие, как бы для здоровья хорошо, для общения. Поддержать сотрудников и попасть в мишень пришел и генеральный директор. Владимир Карпяк о спорте знает не понаслышке. Будучи депутатом Палаты представителей, он бегал кросс, участвовал в играх парламентариев Европы и даже был чемпионом турнира по шахматам. Всегда поддерживаю инициативу, потому что помимо своих трудовых будней, вот такие мероприятия, они сплачивают коллектив. Вот, меньше трений между сотрудниками, они себя видят в другой обстановке, вот, и стараются поддерживать друг друга. В «Спартакиаде» 6 команд, в каждой по 5 человек. Участники испытывали силы в стрельбе, метании гранаты и подтягивании на турнике. Каждый спортсмен – представитель Белой Руси. Таким образом, мужчины доказывают свою позицию и приверженность к здоровому образу жизни. На кону переходящий кубок и денежный приз. Здоровая нация, здоровый народ. Мы поддерживаем эту традицию, ну, физическую форму, быть готовым к защите Отечества нашего. И здесь вот некоторые с детьми прошли. Здесь есть руководители, которые показывают пример. День химика в Беларуси отпразднуют 26 мая. В честь праздника сотрудники промышленного гиганта посоревнуются еще раз в четверг. Самые сильные и быстрые еще раз выйдут из цехов и примут участие в легкоатлетическом пробеге. Мария Бересневич, Максим Галенко, Бобруйск 360.